Это вообще непостигаемая высота. Я вообще не знаю, как они сделали это с балкона, получается, до садика, что ли, до крыши садика. Вы представляете? Ну, это вообще Гагарин отдыхает. Да. Я не смогла пройти мимо, поэтому и сняла. Потрясающе. Смотрите. Это даже вот, вот уровень обычной веревки, если вы видите. А вот это уровень Гагарина. Круто. Просто круто. Ну, как я даже не знаю, как они это делают. Это что, на крышу, что ли, было залезать садика? Это же колесики такие, специальная система, в которой прокручивается веревка. То есть понятно, что женщина прокрутит и соберет дома белье. Но есть большой риск, что это все может упасть вниз. Ну, наверное, не падает. А может и падает, поднимают. Ну, в общем, интересная система. Давайте еще раз посмотрим. Очень высоко. Там одинокий какой-то носочек висит отдельным образом. Да, интересно. Мы, конечно, снова идем на море, потому что плюс 18, и потому что море. Женьки. О, конечно, наверное, что-то ждет. Ой, скажи, там вкусная вареная курица. Ты будешь такое есть? Не, правда вкусно. Кушай. Ну ладно. Глазки какие-то не очень, как будто приболевшие. Немножко, может, кажется. Что-то стоит, не кушает. Может, не голодный, не знаю. Кушает. Ну, это тоже Гагарин мог построить такое здание. Я не знаю, сколько этажей в Орбе. Впечатляет. Кофе маленький, стаканчик можно купить. А, вот небо просто такое, да, поэтому ветра нет. Тепло, но так себе, так себе. В всяком случае, мы в курточках. Но в футболке. Очень много турецкого языка слышно. Может, они здесь были только вечером. Вот этот чудесный куст розовой азалии, от которого вкусно пахнет. Ну, смотрите, днем это, конечно, еще лучше. Мне кажется, если поймать только, то, чтобы не расплывчато. Только, чтобы поймать фокус.
кофе пахнет, кофе пахнет. Это вот отсюда, да, наверное? Как вкусно пахнет кофе. Турецкий кофе очень вкусный. Грузинский тоже. Я так понимаю, что здесь и тот, и другой. Наверное, мы пробовали и тот, и другой. Они все очень ароматные. Если заварить турочки. Мы смотрим сначала налево. Все-таки там велосипед-то был. И направо. Только сейчас прямо. Ой, штиль полный на море. Снова новое море. Сейчас мы посмотрим. Спасательная станция. Значит, всех спасут. Каменоломни. Надо смотреть, куда идем. Я удивляюсь многоцветию этих камней. Это как вообще получается? Надо почитать что-то. Это такое дно, которое раньше было горами, да, вот оно создано из различных минералов. Настолько цветное, как самоцветы. Потрясающе же. Смотрите. Красная заставка. Да, немножко грязновато. Но вот это ж мы сами делаем, правильно? Это ж мы поели мороженое, кофе, по-моему, да? И выбросили стаканчик. Можно же его убрать. Ёлка. Вода как раз сегодня не очень прозрачная. Она была прозрачная. Но все равно потрясающе самоцветы. А вода плюс 10 градусов. Согласитесь, уже неплохо. Было плюс 8. Было плюс 20 в октябре, когда мы приехали. За зиму стало плюс 8. А сейчас плюс здесь. Очень приятная погода, мягкая, совсем нет ветра. Ну, вот он бриз, да. Вы видите, это по волнам. Так а это что? Это отель, да? Окна открыты. Наверное, там что-то уже происходит. Опа.
надо опять следить за плитками. Я споткнулась. То есть эти плитки тоже лежат в хаотичном порядке. И тоже ходуном все ходят. Ой. Феноменально. Идем во двор сюда, вот к этому дому. Там же как-то можно выйти кругами-кругами. Пропускают до нас. Спасибо. Здесь очень много груш во дворах. Не яблоко, а именно груш. Ничего себе, как оно прогнулось. Интересно, а это оно так прогнулось давно? Или это вот ветра вот эти сильные были? Нет, оно так росло. Ничего себе. Ну, как они надстроили. Балконы сделали. Комната получается. Ничего себе. Вот что это такое? Тоже интересная какая-то штука. Уже отцветает, в общем, короче говоря. А куда сюда идти? Ты думаешь, мы здесь пройдем? Сюда? Право. Направо. Вот эта система. Такие колеса получаются, колесики. Да, это будет торговый молл. Вот так вот потом-то у них будет повеселее, конечно, зато шумно, но сейчас как-то так неуютно. Потрясающе. Вот так вот. Атмосфера Батуми типичная. Вот такие острые балконы, и не знаю, это что-то тоже из области фантастики. Да, депрессивная, да. Хорошо, что мы не здесь живем. А вот этот дворик посимпатичнее. Намного симпатичнее. Семейный винный погреб. На первом этаже. Он на разлив, да. Ну, винный погреб, семейный винный погреб. Да, вот, пожалуйста, видите, какое вино здесь продается. Не только вино, и чача, и коньяк. Соли Каури, Манави. Вот название это я не знала. Ну, арбузы в апреле, наверное, это очень рано. Перебегаем. Неплохие яблоки, кстати. Наверное, зимние хранились, которые... Всем релакса, насколько это возможно.
сохранять равновесие, это очень важно. Особенно сейчас. Здесь так поинтереснее атмосфера вот в этом дворе. Вообще у каждого двора получается своя атмосфера удивительная. Иногда хочется быстрее пройти. А здесь вот как-то приятно. Молодежь. Очень хорошо, что молодежь там. Замечательно. Так и должно быть. О, сколько народу там. Здесь там какой-то матч, что ли, идет, получается. Футбол? Там футбол. Вообще чудесное местечко. А это что, недостроенное здание? Как они его втиснули. Моя любимая тема. Маленькая, средняя, большущая. Ой, какая прелесть. Вот, кстати, у кого-то я посмотрела, да, действительно, здесь в парадных, ну, в подъездах, да, по питерски парадных, нет дверей. Действительно нет. И нет окон. Вот это я уже говорю, это мое ноу-хау. Я действительно поняла, что нет дверей. Я как-то просто заглядывала, я думала, что они открыты, вероятно, по умолчанию внутри меня была мысль, что двери просто открыты, нет, их нет. Но и окон нет, стекол нет. Окна есть, стекол нет. Но этой зимой было очень холодно. Там вот тоже недосягаемая высота. Ух ты, как высоко. А вот стоит специальный столб, и к нему все привязывают свои механизмы. Вот он, если вы его видите. Вот он, сколько колесиков. В общем, это целая система. Овощи, фрукты, палаточка. А мы за хлебом должны зайти. Вот уже пахнет хлебом. Отсюда еще не дошли, но уже пахнет хлебом. Вот он. Вот и вот просто так дают без пакета. Хотя здесь в каждом магазине пакеты стараются внедрить. Засунуть в руку. Вот именно где хлеб, почему-то их не дают. Наверное, это просто скверняет. Этот чудесный хлеб, он очень вкусно пахнет. Мамочки. Хорошо, скорости нет ни у кого. Ой, это как ирисы маленькие. Вот такие малюсенькие. Ой, они настоящие ирисы. Всем спасибо за просмотр. До свидания.